Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, перешел в мир иной, Билял, ради Аллаху Ангу, читавший азан пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не смог вынести жизнь в Медине, потому что каждая улица, каждая стена мечети, все напоминало ему о пророке, саллиллаху алейхи вассалям. Он перестал читать азан и попросил Абу Бакр, ради Аллаху Ангу, отпустить его жить в Шам, в Сирию. У Абу Бакр, ради Аллаху Ангу, попросил его остаться, но тот настоял на своем. Находясь в Шаме, Билял, ради Аллаху Ангу, увидел во сне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал ему: «Как понимать эту отчужденность, о Билал? Неужели не наступило время посетить меня?» Тогда Билял проснулся обечаленным и напуганным, ведь он не знал, что тот, кого он видел, в действительности был пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что тот, кто увидит его во сне, воистину увидел его, ибо шайтан не может принимать обличие пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Тогда Билял, ради Аллаху Ангу, направился в Медину посетить пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Увидев могилу пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он не сдержался и заплакал, и ткнулся лицом в нее. Тогда к нему пришли Хасан и Хусейн, ради Аллаху Ангу. И Билял, ради Аллаху Ангу, стал целовать их, ведь он видел, как их целовал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Они попросили Биляла, ради Аллаху Ангу, прочитать азан, чтобы напомнить им о временах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, хотя они не забывали о том времени. Билял, ради Аллаху Ангу, согласился. В предсветный час Билял, ради Аллаху Ангу, встал на то место, где он обычно стоял при пророке, саллиллаху алейхи вассалям, и произнес: Медина содрогнулась. Люди выбежали на улицу, и Медина еще сильнее содрогнулась от плача и шума. И вышли все, даже молодые девушки, которые не выходили на улицу, и сказали: «Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вернулся!» Со дня кончины пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в Медине не видели столько плачущих мужчин и женщин, как тот день. Разве это не свидетельство любви, которое испытывали сподвижники к пророку, саллиллаху алейхи вассалям? Разве это не говорит о том, что влияние пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на сподвижников не исчезло даже после его перехода в мир иной?